Ну что, ребята, вот, делаем штурм. Аэропорта! Зашли наши танки. И сейчас мы немножко отслоняем их от нас, потому что... Как нам их снять? Все в дыму. Сейчас мы им дадим пиздюк. Видите, как все сыпется? Это опять малыш. Блять, сильно выходить. Наш. Да. Танки наши пошли. Пусть пидорас стреляет, патроны себе тратят. А? Я не знаю, тут вообще везде все летит. Я не вижу, хочу посмотреть. Наши бэтеры, пацаны! Оу, с флагами! Эй! Смотри, сколько их дохуя! На штурм пошли! Ребята идут на штурм бэхи! На... Ребята, это крутомасштабный штурм! Им скоро нет пизда! Все заебись! Там дохуя бэх пошло только что в сторону церкви! С нашими флагами! Давайте, ребятишки, поддержите нас! Вот так вот, вот ранены. Наши, вот ранены. И то воюет, руку пробило, с одной рукой воюет. СРЛС охуярят! На, сука, да не боимся мы тебя, пидор, брат. Вот это завязался бой, пацаны пошли вперед. Оп. Нормально! С РПГ въебал! С РПГ нас въебал! Пришли пацанчики наши на подмогу! Будем живы! Надеюсь, будем живы. Не спеши, еще не вылезли. Да, еще не вылезли. Но скоро вылезем. Оп! Оп! Так. Ребята, все рады, пошла тяжелая техника, танки, наши БТР и 93-й бригады. Сейчас они оттесняют передний фланг, который нас херачил сегодня. Два раза танк обрабатывал полностью, нам не было куда отходить. Наконец-то они зашли тяжелой техникой. И дальше мы будем работать пехотой, штурмовать. Ждем пехоту и начинаем штурмовать. Все, заканчиваю репортаж.